Смотрим деревянный дом в Черешне. Большая территория, забор по периметру, два этажа плюс цоколь с гаражом и видовая терраса на фасадную сторону. Теперь заходим. Большой гараж в плитке и система видеонаблюдения. Теплый вход в дом, а за ним котлы и автоматика. Дальше просторное помещение свободного назначения с тремя световыми точками. Идем дальше. Первый этаж. Сразу у лестницы совмещенный санузел. Рядом гостиная с камином и пятью большими окнами. Напротив помещение кухни. Здесь газ для плиты, вода, электричество и окна на три стороны света. Теперь второй, мансардный этаж. Свой санузел и четыре комнаты. Две из них имеют балконы и выходят на задний двор. А еще две с окнами на фасад и мансардными окнами. Плюс отдельное помещение ванны, также с мансардным окном. Площадь дома 301 квадратный метр на участке 10,5 соток. Электроэнергия и газ центральные, вода из скважины, канализация ЛОС. Отличный дом в красивом месте. Звоните!